статистика мәліметтеріне қарайтын болсақ, Қайнар Бұлақ тұрғын алабында өте көп қылмыстар жасалып жатыр. Бұл жерде опорный пункт бар ма? Бар, бұрын поселковый отдел полиции болған баяғыда. Ол жерде круглосуткі дежурный отырады үстімен. Қазір отырмайды? Жоқ, қазір мен өзіміздің арамызда бір ақ түсіп қойғанбыз, сағат 11-ге дейін отырады. Я вам даю поручение, чтобы восстановить этот опорный пункт, и там, чтобы круглосуточно сидели люди. Бүгін бірінші рет көріп тұрсыздар ма, әлде келіп тұрады ма сіздерге? Бірінші рет көрдім. Қандай, қалай болады? Сіз бірінші рет көріп тұрған. Бір жыл болды ма, сонда бір жылда бір рет документ бар ма? Қанша сотрудник жұмыс? 10 қызметкер. Қазір біз айтып жатқан 9-10 сотрудникті шығарып жатқанда біз екеуін ақ танимыз. Олар келеді басқа жерге жұмысқа кіру үшін. 3 ай, 4 ай просто отырады и кетеді. Это можете вы поднять свою картотеку. Отдел кадров, это вам точное сведение. Я вот поручаю начальнику ГУВД города и начальнику МВС города, да, внесите мне предложение вообще по, в том числе и по кадровым вопросам, по самому Хорталовскому району, по вот этим участковым, которые здесь работают. Подберите сюда нормальных людей, пусть работают. Либо проведите с ними работу, в общем, так не пойдет. Видите, люди говорят, из всех 10 человек они только двоих видят. Қалаларда қайда жұрсында? У нас есть более-менее благоприятные районы в городе. В принципе, оттуда можно часть людей забрать и усилить те районы, где нет видеокамер, где нет там, должного освещения, может быть. Далее. У нас вот в центре же мы во многих местах сейчас видеокамеры же установили. Там, в принципе, в этих дворах видеокамеры это уже обеспечивает там, слежку. Да? Поэтому там, в принципе, можно потихоньку оптимизировать отдаленные такие наши поселки, микрорайоны, надо перераспределить силы. За последний только обмен он гундай тренда, если здесь есть этот представитель энергопотока, в день свет ущерб, весь свет. Без причины, жель жок, кажок, сужок. Весь Қайнар Бұлақ бегает к нам, куда звонить, мы даже не знаем, куда звонить. Кто за свет отвечает? Вы, да? Ясно скажите, почему 5 раз в день выключается свет? В чем причина? Подстанция, шелтин, тыс, электроуат на алгоритм. А бұны компания атқарушы. Не істеу керек сонда жөндеу үшін? Өткен аптада жөнделді. Компанияның бірге. Так, сонымен енді өшпейді ма свет енді? Өшпейді деп отырмыз. Вы верите ему? Нет. Я тоже что-то сомневаюсь. Вы при всех людях дали слово, что больше выключаться без причин не будет. Свет, өшпейді ма, өшпейді ма, сонайтын? Өшпейді. Все. Бізде қазір қалаға свет өткеннен кейін оплачивать или пенсию получать все едут в город. Это, если честно, накладно. Мы просьба от Қайнар Бұлаққа жители бар ма, чтобы пенсию как-то через терминал или что-то, и коммунальные услуги. Жоқ касса бер. Нет терминал, терминал. Его магазин нет у вас? Нет. Вот я даю поручение, поставьте там 2 терминала или один, я не знаю, сколько достаточно, столько и поставьте. Сіз атыңызды? Ахмад. Может, ее назначим здесь главное? Көшеде свет жоқ. Осы соларға қалап отырса, өзі орнында болар еді. Осы мен. Я предлагаю просто как ваш депутат, как выставить видеонаблюдение по Қайнар Бұлаққа. Хорошо, спасибо. Бала өмірінен қымбат ештеңе жоқ қой бізге. Сол транс, бізге тротуар орнатылып, освещение қойылса. Места для тротуара. Люди просто самозахват делают там на 2-3 метра, выставляют свои сетки. И когда мы завтра тротуары, куда будем прокладывать, если там заборы ставят? Поэтому, если мы сейчас будем прокладывать тротуары, просьба, всем надо подвинуться. Мемлекеттің жері ғой, красная линия деген нәрсе бар. Давай, Сузерген, мектепке баратын жол керек, и мектепке баратын балдар жүретін тротуар керек. Срочно порядке надо рассмотреть. Потому что школа будет сдана к 1 сентября. Мы являемся местным государственным управлением, а вы являетесь местным самоуправлением. Вы можете сами сделать сходы. На ваши сходы должен приходить аким района. Үкімет, но біз акимат максимально выжимает все из себя. У нас миллионный город, на этот миллионный город работает всего лишь 500 человек. Күнутыны істеп отыр жігіттер жұмыста. Те сразу говорят, 40 поселков, в каждом по 20 тысяч населения живет. Дай газ, дай свет, дай асфальт, дай мне автобус, дай мне телефон проверить, дай мне поликлинику, дайте мне стадион, дайте мне школу, дай мне садик. Все одинаково говорят, представьте. Шылам керек, сәлі сабы сақтаныңызды, оның бәрі біздің жоспарларымызда бар.
жаңағы екі көшемізді біз биыл жасаймыз асфальтта. Остановкаларды біз қоямыз. Осы бір екі айдың ішінде я обещаю вам это будет сделано. Бюджет у меня не резиновый, да, ограниченный. И я начинаю думать. Вот сюда в этом году асфальт проведем, вот сюда сделаем там свет, сюда воду проведем. То есть поэтапно, где можно чуть подождать, допустим, пока щебенку постелим, да, в следующий год асфальт сделаем. Барит там семья у нас, да, вы же сами семейным бюджетом управляете же своим, да? Сын говорит, я велосипед хочу. Там другой сын говорит, а я там спортшколу хочу или там купи мне гитару, да, там и так далее. Но вы же бюджет, вы хотите им сделать это, но у вас бюджет не позволяет. Поэтому вы начинаете думать, договариваться с ними. Давай я тебе купим в этом году джинсы, в этом месяце, в следующем месяце я тебе куплю гитару. Точно так же я с вами сейчас так разговариваю. И прошу меня понять. Вот, поэтому самое главное, надо жить в дружбе и сотрудничестве. И надо друг другу помогать. Қолдан келу отца, жәрдем беру керек. Қолдан келгенше. Когда в том обществе, где люди помогают друг другу, они очень быстро развиваются.